Знаете, если только вышел, она из далекого Курского города класса, уже много лет катается у нас в Петербурге, и она первая в истории Петербурга чемпионка мира в женском одиночном катании. Она первая чемпионка мира в истории мульти и родного города класса. Но она катается всего 2 дня после отпуска, всего 2 дня, поэтому не судите ее строго за то, что она не будет делать прыжки. Прыжки вообще она делает хорошо, прыжки она делает хорошо. Сейчас, наверное, в этом сезоне она была единственной в мире, которая исполняла прыжок тройной аксель. Ну вот сейчас она покажет там фрагменты одной из своих программ. И, конечно, эти фрагменты еще не очень готовы. Но следите, пожалуйста, ее строго. Давай, Лизочка, сделаем перерыв. В серединочке сделаем остановку. Не волнуйся. И отмотаем назад. Давай. Началось с риска. Еще раз нажму. Еще раз.
и мира, и нашего.